Данное видео создано при поддержке автомобильного портала Drom.ru. Привет, мужики! Здорово! А как продать тачку не на ходу, дорого? Как? А вот посмотрим-ка, давай, я тебе сейчас расскажу. Пошли! Вот ты, блядь, сказочник. Машинка огонь, Honda Fit 2007 года выпуска. Один хозяин, бензин вообще не жрет. А как так? А она не на ходу. Да подожди, машинка огонь, я тебе говорю! Это единственный минус, стой! Секунду. Ну я же вижу, ты нормальный автомобилист, а? Ты мужик, который любит поколупаться в тачках, правильно? Ну? Эта машина создана для тебя. В смысле? Ну в смысле, ты можешь колупаться под ней хоть целый день, она все равно не заведется и никуда не поедет. А утром просыпаешься, опять тебе море удовольствия, а? Да зачем мне машина, на которой даже на рыбалку не съездит? Да ты че, ты поставь эту машину на берегу, и тебя с рыбалки хрен лопатой выгонишь. Да че это за машина, которая передвигается только на эвакуаторе? Это машина, которая никогда не попадет в аварию, даже если баба за рулем. Ну аргумент. Я тебе говорю. Ну а как я буду на работу ездить? Дешевле. А в смысле? Да в прямом. Техосмотр не надо, подвеску не надо, масло не надо, страховку не надо, бензин не надо. Тупо платишь 400 рублей и ездишь на автобусе. Не убедил. С перегаром. Я тебе говорю, сплошные плюсы, братан. Смотри, идеальный вариант. Познакомился ты с девочкой. Красивая такая, все, титечки, попочка, все. Идеальная, да? Она тебе говорит, а у тебя есть машина? А ты честно заявляешь, конечно есть. Что тебе еще надо? Ну, прокатите ее. Да, блин, у меня сзади сиденья откидываются. Катай хоть всю ночь. Смотри, короче, приходят к тебе друзья попить пиво. Ты спокойненько, как настоящий автовладелец, идешь в машину и пьешь пивко. Огонь? Огонь. И гаишников можно не бояться. Конечно, ты же никуда не едешь. Ласточка всегда под боком. Не нужна ни стоянка, ни гараж. А почему? А ты попробуй угони. Смотри, какой шикарный вместительный багажник. Ну а зачем у нас нельзя ничего увезти? А иногда ничего увозить и не надо. Некоторые вещи всегда должны быть с тобой. Огонь. И я тебе говорю, огонь. Ну Сережа, ну увези уже в конце концов маму в аэропорт. Ну, сейчас я машину сделаю и увезу. Хорошо. Блин, прикольно! Я тебе говорю! Не, ну ты знаешь, иногда охота и скорость превысить, и с гаишником поскандалить, и даже в пробочке постоять. Понятно, если хочешь извращений, вызывай такси в Uber. Там этого трэша полно. Все эти позывы у тебя как рукой снимет. Я тебе говорю. Ну да. А? Так, чего все ходили лежит в бардачке? Ну, документы, ключи. Понятно, да. Всякая хрень, смотри. Одевай. Слушай, ну вроде хорошая машинка. Да ты чё, идеальный вариант, машинка огонь. Я тебе говорю, сплошные плюсы. Но единственный незначительный минус, то что не на ходу. Фигня. Конечно. Беру. Отлично. Так, не вздумай ее ремонтировать. Иначе все плюсы превратятся в минусы. Хорошо. Обещаю. Обещаю. Видео ставь летнюю резину. Подписывайся на наш канал, на группу ВКонтакте, Инстаграм. Все ссылки, мужики, в описании. Пишите в комментариях, вообще возможно ли это. Итак, мужики, у нас канал мужичий такой мужик. Он никак без колокольчиков. Так что надо зайти обязательно и посмотреть, есть ли у нас колокольчик. Ну все, мужики, пока!